по уровню социальной защищенности и социальной политики можно судить и по уровню развития страны, региона. Если говорить вот о нашем регионе Красноярский край, на ваш взгляд, что у нас на высоком и достойном уровне, а над чем еще работать и работать? Но Красноярский край действительно имеет всегда достойный бюджет. Как бы мы ни говорили, все равно мы возвращаемся к финансам. И меры поддержки, которые оказываются в Красноярском крае, это, конечно, колоссальные меры поддержки для граждан. И не каждый субъект в стране может себе такое позволить. У нас очень много мер, которых нет ни в одном субъекте, а мы такие меры оказываем. И мне кажется, вот как раз с мерами поддержки граждан у нас все хорошо. Где мы видим еще немного пробелов, где у нас стоят большие задачи приведения в порядок учреждений, в которых проживают граждане, пожилые, инвалиды. Начинаем в следующем году новое строительство, новых корпусов. И я думаю, что за пятилетний, может быть, период мы все старые корпуса, есть довольно старые учреждения, 50-х годов постройки прошлого века, как вы понимаете, они уже ничему не соответствуют. И вот мы себе ставим задачу, чтобы людей перевести из старых корпусов в хорошие, новые, современные учреждения. И здесь очень активно работаем. А временные рамки себе уже назначили? Мы думаем, что на это потребуется не менее 5 лет. Не менее, потому что строительство за год никогда не завершается. Это как минимум 2 года. Завершаем одну стройку, переходим к другой. 5-6 лет, я думаю, что это вполне реально решить. Губернатор ставит такие же задачи, председатель правительства.